Ребята, всем привет! Вы на канале «Страна Игерляндия». И сегодня наши питомцы отправятся в школу танцев. Ну а наша с вами задача их туда собрать. Вау, ребята, наш Том подрос и перебрался на новый уровень. А Анжела тем временем чистит зубки, ну а нашему Тому открыта спортивная гостиная и спортивная спальня. Ну а теперь давайте наших питомцев мы как следует искупаем. А затем подберем им соответствующие наряды. А наш Том, как всегда, не может дождаться, когда же мы его накормим. Ну, Том, тебе придется немножечко подождать. Том отправился в гардеробную за нарядом, а Анжела тем временем принялась за макияж. Как же сложно выбрать Тому наряд для танцев. Ребята, а какой наряд вы бы посоветовали? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И пока наш Том выбирает себе костюм, Анжела купила себе новые розовые мерцающие тени. Ну а наш Том облюбовал белый костюм. Ну вот, наш Том практически готов, в отличие от Анжелы. Ну все, Том, идем скорее на кухню, будем тебя кормить. Ребята, давайте ему дадим бутерброд с ягодным джемом, ведь он его так хотел. Какой же этот бутерброд вкусный, просто закачаешься. Ну а тем временем, пока наш Том завтракает, Анжела закончила свой макияж. Ух ты, ребята, наша Анжела тоже выросла и перешла на 13 уровень. Ей в подарок 210 золотых монеток, прическа-хвостик и 5 новых наклеек. Ну, насчет хвостика я, конечно, не знаю, потому что мы Анжеле оденем наряд балерины. Ведь в комплекте с этим нарядом идет прическа вместе с бантиком. Ребята, а давайте посмотрим, какой же цвет можно выбрать этого наряда. Можно сделать его сиреневым, красным или ярко-желтым. Но мне понравился больше всего ярко-красный. А вам? Вау, не может быть, ребята! Наш Том тоже перешел на 13 уровень. И он у нас теперь подросток. Да, Том, теперь ты стал взрослым. И пока наш Том празднует свой день рождения, Анжела решила позавтракать. И как истинная балерина, она следит за фигурой, поэтому ест только полезные овощи и фрукты. Ну же, Том, давай посмотрим, какой же у тебя подарок. Ребята, ему в подарок желтый комбинезон. Но мы его сегодня одевать не будем, ведь наши питомцы отправляются в школу танцев. Да, ребята, я забыла вас спросить, как вам образ Анжелы? Напишите в комментариях, каким бы цветом вы одели ей костюм. Ну а пока Том все еще собирается, у нашей Анжелы есть немножко свободного времени, поэтому она принялась за рассмотрение наклеек. И надо же, как ей повезло, она заполнила еще одну страничку в альбоме и получила за нее 8 кристалликов. Ой, надо же, сколько у Анжелы собралось дубликатов, нужно их продать. И пока Анжела их будет продавать, для вас, ребята, прозвучат приветики. Итак, от канала «Страна Игерляндия» звучит приветик Лизе Олейник, Елене Ташатовой, Софье Кирсановой, Лизе Валенок, Белян Ксении, Злате Волк и ее маме Ире. Также приветик Артюшиной Лере, Саше Спилберг, Александре Амелиной, Анжелке Квитко и Кате Семенюк. Ну а наш Том за это время успел слетать в новую страну и в данный момент ознакомливается с ежедневным заданием. И сегодня ему предстоит достигнуть 4-го уровня в игре «Желейка». Мы, конечно же, пожелаем ему удачи, а в это время, пока он будет выполнять свое ежедневное задание, я продолжу передавать приветики Елене Горлюк, Алене Майер, Милане Демьяненко –
Балбек, Балбек Мурай, Лине Пановой, Сереге Костенко, Денису Юдину, Александре Барейше, Софье Пономаревой, Елене Кудрявцевой, Карине Рубан и первому Б-классу 6-й школы еще приветик Асали Алихаджаевой, Анюте Соколенко, Сабине Казайдаровой, Тане Барановой, Эрику Максимову, его маме и бабушке. Также приветик Полине Алиповой, Егору Путинцеву, Софье Пономаревой и всему городу Сахалин. Также приветик Оксане Перемятовой, Гусейну, Насте Кот, Карине Грант, Максиму Максу, Вике Бердыевой, Светлане Сей, Святославчику и его сестричке Кристине. Еще приветик Диане Агиевой, Марине, Карине, Даше Савченко и брату Роме. Конечно же приветик Вике Федик и ее двоюродному братику Максиму Тембицкому. Но это, ребята, еще не все приветики. Остальные прозвучат чуть-чуть попозже. Просто я вспомнила, что в гардеробе у нашей Анжелы есть еще один наряд балерины. Хотя этот мне тоже очень нравится, но все же давайте взглянем на него, хотя нет, сначала посмотрим подарочек, в котором нашей Анжеле попался один кристаллик. И это очень хорошо, ведь Анжела просто обожает бриллианты, кристаллики и монетки. А вот и костюм прими-балерины. Ребята, посмотрите, он просто идеально подходит под цвет шубки Анжелы. И похоже, что этот наряд понравился нашей кошечке. А вам, ребята? Какой вам наряд понравился больше всего? Первый вариант или второй? Если первый наряд, тогда в комментариях пишите циферку 1. Ну а если второй, тогда цифру 2. А сейчас давайте посмотрим, можно ли в этом наряде изменить цвет. Да, можно сделать его персикового цвета или голубого. Но мы все же оставим этот наряд розовеньким. И пока у нас есть еще немножко времени, я продолжу передавать приветики Елизавете Мызниковой, Наде Максименко, Тане Алексеевой, Владке Восковской, Кэти Тама, Юле Горбатовой, Вике Костюшиной и Злате Лымарь. Мурмяшный приветик Вике Рушенцевой, Насте Мур. Ну, наконец-то, наш Том выполнил ежедневное задание и вышел из игры, и при этом установил новый рекорд и заработал 35 золотых монеток. Ну а Анжела затеяла на террасе ремонт. А Том в это время принялся за рассмотрение подарочков. Ну а я продолжу передавать приветики Оле Пологовой, Смоглюк Александре, Баженовой Валерии, Наташеньке Рябко и ее сестрам Софине и Камиле. Также привет Сергею Шевлякову, Вике Федик и ее братику Максиму. Еще приветик Варваре Жильцовой, Дианочке ТВ, Маше Ворониной, Темирхановой Алине и Гужве Никите. Ну а радость у Анжелы просто нет границ. Да, и кстати, нашим питомцам подарки за подарочками. Ой, хотя бы наши питомцы не опоздали на занятия, ведь скоро начнутся уже уроки. Ребята, а кто-нибудь из вас занимается танцами? Поделитесь об этом в комментариях. Если да, то напишите, какими именно. Вау, а наша Анжела решила немножко порепетировать. Ну а с вами, ребята, как всегда, был канал Страна Игрляндия. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. А также можете поделиться этим видео с друзьями. И, конечно же, подписывайтесь, кто еще не подписался на наш канал. Ведь на нашем канале каждый день выходят новые и интересные видео. Ну а нашим котикам пришло время идти на занятия в школу танцев. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч!